Специалисты регионального управления Росгвардии обследовали и уничтожили 50 опасных боеприпасов, обнаруженных за 2 недели в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Абинском, Апшеронском, Динском, Каневском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Тихорецком и Успенском районах при разных обстоятельствах. Все опасные находки главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю уничтожили с соблюдением мер безопасности. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.